Короче, проснулись в Тюмени. Сейчас быстро пьем чай. И снова в путь. Сегодня самый большой пробег будет. 1400, практически полпути сегодня пройдем. Вот, но по Сибири здесь нормально, чистенько. Должен управиться до вечера. Утренний запуск, электронный. Ручник, как ты снимаешься-то? Все успешно. 2 градуса. Выше нуля. Офигенный рассвет в Тюменской области. Трафика дофига уже с утра. Все едут в Тюмень на работу. Понедельник, день суровый. Такой вот интересный эффект, на горизонте такая дымка раскинулась. Ну и, конечно, рассвет вообще, пейзажи меняются каждые 5 минут. Вообще офигенно. От голубого до красного цвета. Это стоит увидеть. Палитра цветов на небе продолжает удивлять. Солнце отражается в облаках, в дымке, разными цветами. Просто офигенно. А вот и оно в глаза. Но это да, это едем на восток, поэтому с утра солнце в глаза. Кстати, температура за бортом уже -2. Такой иней виднеется на траве уже. Но дорога сухая, шершавенькая. Пока нормальное сцепление. Проезжаем Ишим. Отсюда еще 1000 километров ехать до Новосибирска. Здесь сходятся 2 дороги, как раз если бы мы поехали через Курган, Челябинск, вот здесь бы выскочили. Так, автовозик с БУшкой с разных регионов. О, велотурист он тоже с камерой. Тут Бэху с Москвы гонят, Семерку. Чайку везут из Тюменской области и Теслу. Что тут еще есть хорошего? Range Rover пробежный, Porsche новый, тоже ассорти. Правый руль также гонят. Вот сегодня 3 машины уже встретил. Кто-то обклеенный, кто-то нет. Одна машина даже на номерах проехала, 79-я. Ох, ни хрена себе. Ах, жесть. Видели когда-нибудь такое? Я вообще хотел это на заправку в туалет остановиться. Ё-моё. Даже припарковаться-то негде. Ладно, дальше поедем. Вот еще подкрепление, они еще и пронумерованы все. 17-й, 2-й. Это вообще законно так оккупировать заправку, интересно? Вот Омская область, уже Сибирь, погодка хорошая. Развязка уходит на Казахстан и на новую объездную Омскую, но поедем по старой, потому что так короче. Кстати, упал расход, заправлялся в Тюкалинске, в
85 километров назад. До этого был 8, сейчас уже 7. То ли это как-то с ветром связано, с направлением движения, что немного южнее повернули. То ли бенз забористый достался. 92-й, кстати, а тогда на 5-м ехал. То есть непонятно вообще как-то. Демид спит до Тюмени, до Омска уже. Уже хочется в столовку заехать, но что-то как-то он все не просыпается. После Омска будем будить уже. градусов. Чувствуешь тепло, как на улице? Да, в Омской области тепло, хорошо. Сибирь встречает хорошей погодой. Пойдем. Что такое хорошая кафешка на трассе? Вот лично для меня это в первую очередь, чтобы там было тепло. Ведь когда в кафешке заходишь, и там 15 градусов, и ты садишься на сиденье, и там тебе холодно, да, задницы твои, но это же уже неуютная атмосфера. Тем более, когда на улице непогода. Второе правило для кафешек, лично для меня, это когда там бесплатный туалет. Там должен быть бесплатный туалет. Я купил у вас суп, покушал, я выпил компотик, я хочу пописить. Почему я должен за это еще 30 рублей там какой-то бабушке, которая сидит, платить? Я категорически протестую против кафешек, в которых платный туалет. Третье. Там должна быть раздача. То есть ты должен видеть, что ты выбираешь, а не так, что откуда-то сбегали, принесли тебе откуда-то, непонятно откуда. Должна быть обязательно раздача. Должны быть, разумеется, приятные ценники. Ну, то есть если за горсть риса сваренного 70 рублей с тебя просят в обычной забегаловке, мне кажется, это жесть, это уже крохоборство. 35 и меньше – это нормально. Вот хочу показать вам одну из таких кафешек. Вот, пожалуйста, это перед Омском. В узких кругах называется она «Драники». Также еще будет, тут на Новосип идем, у Шмаковых за 200 километров тоже хорошая кафешка. Но там, правда, с туалетом подкачали, там целый санитарный комплекс отдельно стоит. Вот эта кафешка просто образцовая, тем более Демка вот здесь присмотрел друзей. Пойдем посмотрим. Отдыхают, отдыхайте. Собаки-то и хоп, че, кого, куда, почем, зачем. Да? Они друзья навсегда. Зачем? Почему? Пожалуйста, господин Демид. Еще бы Rolls-Royce и все. Rolls-Royce? Да. Ну, потом мы Rolls-Royce погоним. Пристегнуться не забудьте, Rolls-Royce. Нифига себе, паровозик с Татарстана едет. Два УАЗика на жесткой сцепке. Сурово. С востока, кстати, много фридов едут и половину обклеенных машин. То есть куда-то или на Омск, или вообще дальше. Так, вот еще один УАЗик. Да, тоже с этой же команды. Водители там. Такое ощущение, что они в Казахстан едут. Опять на Газпроме флешмоб, только уже из грузовиков, наверное, машин 10 одинаковых стоит. Тёмыч, Мир, все мы в Новосибирской области. УАЗик с Татарии гонят. Что за тема новая появляется с УАЗиком? Такой вариант перегона бывает еще. Уралы гонят с УАЗиками. Чего только не гонят. Но короли перегона кто? Мы с Демкой. Это ясно, я думаю.
Здрасте. Добрый вечер, командир. Торопитесь сильно? Нет. Можно вас буквально на пару минут? Да, там можно. Пришел сбой лося, автомобиль сбил. Желательно вдвоем. Вы там просто распишетесь и поедете дальше. Ладно, сейчас. Машина же пипец. Это же на повреждение. Если это еще и легковая была, то да. Огневая была. А я думал, за обгон сейчас скручивать будут. Я там обогнал, ну, в последний момент, ну, успел, все. Думал, сейчас было начнется. Ну вот мы и добрались, значит, миссия выполнена. 3300 километров. Почти 4 дня мы ехали, получается. 3 ночевки у нас было перед Кировом, в Перми и в Тюмени. За всю дорогу никто не останавливал. Перед Новосибом за 100 километров начали останавливать. 2 раза остановили. То лося сбили, там надо посмотреть, то это, то просто надо посмотреть на машину. Дём, ну чё, как тебе такой длительный перегон? Один день ещё нормально, а потом уже остаюсь. Всё, сертификат железная задница тебе надо выдать. Заслужил, заработал. Ещё общину головой, это получается железная башка, потом ещё я же спина, железная спина. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто был с нами. Ждите новых историй, они обязательно будут. Всем пока.